80 лет на сцене – это целая эпоха. Драмтеатр открылся в Абакане в 1939 году и по сей день радует зрителей. Накануне коллектив учреждения отметил не только юбилей, но и открыл новый творческий сезон. Актеров, режиссеров, мастеров света и звука чествовали прямо на рабочем месте на сцене. 85 лет назад театр стал домом для артистов, для режиссеров, всего творческого коллектива. Спустя годы это современный культурный центр, где рады дарить хорошее настроение и взрослым, и детям. Вы по праву можете гордиться тем, что вы бережно относитесь и к русской классической театральной школе, и сочетаете умело это с новаторскими постановками. Это не каждому театру дается. Актеры сделали подарок для зрителей, открыли новый творческий сезон премьерой музыкальной комедии «Слуга двух господ». Пьеса Карла Гальдони написана более 300 лет назад, но она как нельзя лучше отражает современные реалии со счастливым концом. Лишь повинуясь отцовской воле, я вышла замуж за того туринца, но сердце мое всегда принадлежало вам. Она похожа на брызги шампанского, как такой, можно сказать, это такой праздничный такой концерт в исполнении актеров, потому что это спектакль, насыщен юмором, есть много и танцев, и песен. Подарить зрителю хорошее настроение и прогнать осеннюю хандру. Именно с этой задумкой коллектив драмтеатра поставил комедию «Слуга двух господ». Кстати, если на премьерный показ не успели, постановку покажут еще раз 8 ноября. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС.